Ходят слухи, что из-за коронавируса в августе Турцию снова могут закрыть для российских туристов. Что ж, не успели открыть, как снова закроют. Однако туроператоры, сложа руки, не сидят, а уже подготовили для россиян топ самых дешевых направлений для отдыха с детьми в августе. Итак, дешевле всего в середине августа отдых для семьи с ребенком обойдется на Черноморском побережье. Неделя в гостевом доме в Сочи на двоих взрослых с ребенком будет стоить всего около 11 тысяч рублей. Это без учета государственного кэшбэка в 20%. Минимальная цена за тур в Краснодарский край на семью из трех человек составит 54 тысячи. Также один из самых доступных вариантов для познавательного отдыха семьи с ребенком в августе – Санкт-Петербург с его музеями, парками, общественными пространствами. Неделя на семью из трех человек в мини-отеле будет стоить около 12 тысяч рублей. Но если захотите вообще практически обойтись без трат, езжайте в деревню. И сил наберетесь, и свежего молока напьетесь.